для меня концептуально важно было прийти на этот митинг. Потому что я как писатель, как поэт, как литератор очень уважаю творчество Юрия Лыпы и его отца Ивана Лыпы. И назвать, переименовать улицу в честь какого-то мещанина, который ничего для Одессы по большому счету не сделал, это кощунство, это подло, это мерзко. Нас есть, да, Юрий Лыпа, он был выдающимся литератором, прекрасным поэтом. Наш господин мэр, так называемый мэр Скотусев, я его по-другому не могу назвать, именно так все. Ты не Костусев мэр, ты Скотусев, это я тебе говорю. Вот. И ты не вправе переименовывать имя, переводить название улиц, которых ты не давал. Тех людей, которого ты даже ногтем мизинца их не строишь. Да пошел ты вообще, ты не мер, ты подонок, ты скот усим. Уйди отсюда, уйди от нашего города. Мы тебя все ненавидим. Во время отчета пресс-конференции Костусева его буквально атаковала вот муха. Буквально просто нападала на него. Нет, я этого лично не видел, но это очень интересный и показательный факт. Что любят мухи? Мухи любят дерьмо. Вы сами ответили на свой вопрос.